На наших проектах, на круглых столах, каждый руководитель коллектива имеет возможность подойти к каждому члену жюри и пообщаться с ним индивидуально, конкретно разобрав свои номера. И эти мнения могут быть разными, эти мнения могут быть одинаковыми, они могут сходиться, могут расходиться. И в том, наверное, и прелесть, что можно услышать об одном увиденном, многогранную такую палитру комментариев, да, поэтому можно выбрать то, что важно будет для вас и что вы сможете применить в своей работе. Поэтому вот такой опыт именно индивидуального подхода и работы членов жюри с руководителями коллективов – это основная, наверное, задача наших проектов, которую мы стараемся всегда соблюдать и давать такую возможность руководителям пообщаться с членами жюри тет-а-тет.